Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня тема короткого видео «Цена времени». Итак, представьте, что есть банк, который каждое утро кладет на ваш счет 86 400 рублей, а каждую ночь списывает весь остаток, который вы не использовали в течение дня. У каждого из нас есть счет в таком банке под названием «Время». Каждое утро он начисляет вам 86 400 секунд. Какова ценность времени? О ценности месяца спроси женщину, родившую преждевременно. О ценности одного дня спроси студента, которому не хватило его, чтобы подготовиться к экзамену. О ценности часа спроси у влюбленных, ожидающих встречи. О ценности минуты спроси у опоздавшего на поезд. О ценности секунды спроси у водителя, только что избежавшего автокатастрофы. О цене тысячной доли секунды спроси у спортсмена, выигравшего серебряную медаль. Время – это главный жизненный ресурс, данный каждому. Превратить его в достижение или потратить впустую – это ваш выбор, мои дорогие друзья. Пока-пока!